Руслан, несмотря на поражение, наша команда сегодня много атаковала и имела много моментов. Чего не получилось в игре? Ну, игра получилась хорошей. Создали достаточно моментов, их не реализовали, соперник реализовал. Если взять так, XG, так называется, то, наверное, плюс-минус одинаково было. Ты начинал свою карьеру в ЦСКА, играл за молодежку армейского клуба. Был ли для тебя этот матч в какой-то степени принципиальный? Да, для меня это особый матч всегда, когда играешь в ЦСКА, вот, и особый настрой, потому что хочется все равно доказать и показать. С кем-нибудь из ребят с ЦСКА виделся сегодня, пообщался на поле? Да, у меня еще остались тут старые знакомые, с некоторыми пообщался, поговорил, и все, и на футбольное поле вышел. А с кем из ребят? С Матвеем Лукиным, с Федей Чаловым, потом с Кучаем пообщался. Какие выводы для себя сделал после этого матча? Что, работать, усовершенствовать наши навыки, доводить их до максимума и побеждать в следующих матчах, вот и все.